Итак, перед нами стандартная аппаратура Heng Long, пульт управления, приемник, собственно, и плата управления RX18. Берем кварц 40.685 МГц. Вставляем ее в пульт дистанционного управления. Включаем приемник, передатчик, включаем модель. Ну, естественно, на приемнике то же самое стоит. Тот же самый кварц, только принимающий кварц. Включаем. Антенну немножечко вытащим, чтобы прием был лучше. И начинаем управлять машиной. Это был, как вы видите, частота 68 канал 40.685. Для того, чтобы избежать кривотолков и как бы, ну, разговоров, а вернее вопросов о том, что подумаешь один кварц, я взял для пробы еще 51 канал с частотой 40.685. 75 мегагерц. Ну, посмотрим, что будет здесь. Трансмиттер и ресивер. Точно такая же процедура. Включаем, инициируем. Поехали потихонечку. Как видим, модель работает. Выключаем. Теперь попробуем. Еще есть у нас один кварц. 85 канал 40.850. Попробуем, что здесь будет. Трансмиттер, ресивер. Включаем пульт, включаем модель, инициируем. Ну, как видно, модель тоже работает и живет. Таким образом, хочется сделать вывод, что аппаратура Heng Long работает не только на 27-й частоте, но и на 40-й частоте. Во всяком случае, эксперименты это показали и доказали.